dodge. Not all the way. We don't understand. Сегодня пошел снег. Что могу сказать? На мне шерстяные штаны и колготки. Мне очень-очень лень идти на улицу. У меня спец, потом работа в двух местах подряд. Честно, я сейчас сдохну. Спец отпахала. Все было не так гладко, но в целом хорошо. Я устала, и просто хочется домой. Очень холодно, я не чувствую пальцев ног. Достаточно много работы. Como siempre. Мне совершенно не нравится, как я сегодня выгляжу. И программирование. Я страшно устала. Не знаю, у меня болит голова просто весь день. Время... Мне очень плохо, и у меня плохое настроение уже. Просто потому, что я уже задолбалась так работать. И почти каждый день я это осознаю. Типа, я очень люблю студию, в которой я работаю, очень люблю людей, с которыми я работаю, но мне уже сам вид работы немного надоел, потому что этого слишком много. Типа, преподавать — это здорово, преподавать — это прикольно, это очень благодарное дело. Я сама до сих пор страшно благодарна всем преподавателям, которые у меня были, всем, кто меня не травмировал, собственно. Вот, но... Sleep at night and see another day. See another day.
такая милая собачка взяла. Я все теперь грязная. Think of what you're saying before you speak. These days I can go without enemies. We're killing off the option to make amends. Oh darling, sometimes there's no such thing as more than friends. Let's save what we can before it ends. Nobody loves me like you. Сегодня у Евы день рождения, и мы едем делать кружки из глины. Мы намазались блестками. Сейчас мы поедем встречать ее подружку на метро. Это тоже сюрприз. Будем кушать вафли или что-нибудь сладкое, вкусное в красивом месте. Waiting for the other to break open. Oh baby, sometimes there's no such thing as more than friends. Let's see what we can before it ends. Nobody loves me. Вечером мы с Дашей идем в бар.